чего там, малыш? Идет толпа. Толпа. Стадо ЖКХ. У него самая большая голова, притом чуть-чуть плоская. Наверное, постарались парикмахеры. Уши также оттопырены. Спина горбата. Каким-то разрезом посередине. Ноги, как у кота сапога. Хорошие ботиночки, ничего не скажешь. Толпа сгущается возле него. Мы с Петечкой находимся рядом, буквально в 15-20 метрах от него. И все это видим своими собственными глазами на какой-то снятой пленке. Неизвестный мастер. Начиная с храмов и заканчивая трехэтажным домом, больше здесь нет ничего. Сплошные свои дома. Огромные здания, одноэтажные, двухэтажные. До 9 этажек добираться высоко. Артем находится здесь выше всех. В этом лесу наверняка что-то происходит. Например, наверное, есть хищник, который где-то кого-то грызет. Хотя вряд ли. Потому что люди такое особое. Который гонит всех с этой площади. Очень много можно говорить об этом прекрасном мире, в котором мы сейчас находимся в данный момент. Хочу поблагодарить нашего декана, замдекана и замзамдекана, и замзамзамдекана за то, что они нам решили позволить, это не совсем бесплатно, обязательно путешествие в этот мир, отдельно от всех стран, как цивилизация. Очень много поков. Монах! Но их сейчас здесь не видно. Милиция здесь прислушна разгонять пьяные толпы. Вот где-то вот там вот мы живем. Где-то там. А что где-то? Мы можем показать сейчас точное место. Вот желтое здание внизу, кричит Аня. Конец цитаты. Ведь преподавателя надо поснимать. Прокомментируйте. Кто-то ходит с зенитом. Преподаватель обозревает местность. И прозревает. Вам здесь нравится? Замечательно здесь, да. Почаще здесь побывать, конечно, больше. С погодой повезло. Да, на редкость. Солнышко. Господь, наверное, знал Иисуса, что на сегодня будет 10, поэтому с Богом помощь написано. Так, надо дядя Артема сильнее снять. Ты не здоровый кулак, а? Давайте его сравним с Беспалом. Какая мама злая? Где банное озеро? Через мост, да. Вот это оно? Да. А вот еще дальше, мне кажется, тут в пансионате построили. А что говорите? Банное озеро, Леш, сейчас купаться идет. Почему называется императрица Екатерина? Приезжала сюда.
Вот не знаю, это баню она не принимала или просто умовение. Или она была просто теплая. А сейчас холодно. Сейчас очень холодно. Потому что Екатерина II любила этот город. У бани Бура была императрица. Миша, главное, молодец, хорошо стирает. Мальчик. Хорошего человека. Смекательный мальчик. Идите ко мне, пожалуйста. Самолет, самолет, ты возьми нас в полет, да в полете пусто, выросла капуста. Один раз до сентября, Москва, привет всем, съемки с Америки. Это же лечебная территория, это Оренбург, подъем Гурта, это же всякие сердечники здесь. Миша, вот ты и попался. Наша милиция. Нашалил, Дима. Вы сняли воспитательный момент, да, с Мишей? Очень познавательно. Миш, ты прокомментируй, как тебе здесь нравится или нет? Встреча с милиционером. Миша. Вот, я думала, ты тоже. Вон она, наш главарь. Где? Идет от Саши. От Саши ведут Татьяну Степану. Идет к дяде Артему. Папа лезет. Так, давайте фотографируемся. Татьяна Степановна просит совета, просит совета. Ольги. Аня, да. Ты хотела изменить ситуацию? Не, ну не очень хотела. Вообще, ребята, да, сделай. Ой, я себя плохо чувствую. Ужасно. Побежкай, мангрофон. Решается, как же это докурить. А, это не такое. А ты как тебе забыли возле памятника? Моя бабушка курит трубку. Пошли. Отсюда вот. Сюда двумя банками пива. Не знаю, чьи банки. Вы куда, туда? Да ладно. Видите, да? Ну, это, наверное, мои. Пошли. Направляемся к монастырю. Итак, мы шли-шли и пришли к дереву счастья. Обратите внимание, мы пришли к нашему месту, к монастырю. Он очень красивый, ведутся реконструкции. Также здесь висят таблички «Не курить и не сорить». Мы продвигаемся вовнутрь, желательно посмотреть внутреннее пространство с наслаждением. Ничего, красиво. До самого Господа.
Да, пожалуйста, Татьяна, справа надо это интервью. О чем? Мы находимся со студентами в Никольском храме, расположенный на главной скале. Каким-то фотографируем. Здесь очень красиво. Ну, здесь первый раз здесь находится. Это же гнездо очень. Вы не думали, что поблизости такая расположена красота? А то все записи без звука, да? Это спама, запись без звука. Воспроизведение со звуком. Вот и Артем издалека. На котором мы были недавно. Всего лишь минут 15. А какой он здоровый и красивый. Какая тебе нравится больше, синенькая или зелененькая? Синенькая. Синенькая? А нет, синенькая ничего хорошего. Зелененькая. Вот тут место изрисовывается. Прелестное. Лодочки. Высокая и красивая, самое главное. Главное лодочки, людишки на лодочках. Ольга Игоревна очень любительница экстрима. Занимается водным спортом. Еще и любит походы. Вот она как раз идет рядышком с ее коллегой. С его, ее. Какая разница, собственно. Теперь с другой стороны храм зелененький. Поп. Может, пообщаемся, подойдем? Это поп? Типа. Поп. Так типа или поп? Ну, нам надо поближе подойти с ним и познакомиться, и мы узнаем... Возвращаться? Как... Ну, удачи. Мы привыкли двигаться. Вперед! Точно. Транспортировка студентов вниз. Леша, аккуратно! Какой заботливый! Леша у нас. Это точно. Леша верит Яна Степанова в какую-то непонятную недостроенную вещь. Сооружение. Очень сложно перебираться в специальной обуви. Вот. Например, шлепанцы. Прелестное место. Тут Леня! Преподаватели в поиске. Туда. Умный в гору не пойдет. Правильно. Все правильно. Сразу приходит быстрое разделение умных и не это. Да нет, ты знаешь, тут сильно опасно. Тут очень большая, получается, дырочка. Один шаг. Тут коряги. Снизу. Будь. Идем домой. Неужели? По пути встречается листва, осень, наконец. Очень красивые красные деревья. Зеленцой листья, желтизной немножко. Вороны каркают. Это свойственно воронам. Не, военная кухня. Да. Против топки не стоять. Взрывоопасно. Хорошая топка. Вы это раньше солдат кормили, да, с этого? Наверное, так пошел к нему, да? А. Тепличка. Цветочки. А мы помолодеем, если ты знаешь. Комбом. Нелегкий спуск. Давайте, давайте, веселее, девочки. Улыбаемся в камеру. Ольга Игоревна отошла от группы, галактическое образование не дает покоя. Она решила исследовать сосну меловую. Обнажение потрясает воображение, корни причудливо слились. Благодаря этим соснам горы существуют до сих пор. Не вымыты дождями, потоками. Вот такие исполины не дали горе опуститься. Сербский Донец.
пожалуйста. Иди туда, еще раз пролетай. Очередное препятствие преодолевает студенты-энтузиасты. Давай, поехали. Преодолеешь, давай. Миша у нас еще не студент, правда. А сумочка зачем? Да будет на сутире, на коне, на коне. Лёха, лучше перешагнуть. Ну, по низу меня не пролезу. Да, зацепишь. По весьма трудным скалам, склонам приходится пробираться. Миша пробирается, чуть не сбрасывает меня со скалы. Да, Алена, как спит. Ага, и Лена пытается сделать то же самое. Да. Товарищи. Настоящие студенты, которым нравится путешествие и стрим. Да. Девчонки преодолели свой страх. Мышевая тактика преодоления препятствий ползком. Только мне мама поможет. Еще один сложный интересный участок. Очень плотно преодолевает его группа организована. Все молодцы. Настоящие экстремалы. Своеобразный кратер в горах. Да, нам предстоит подняться в эти пещеры, в лабиринты. А вот Катя и Юра, которые нас сюда привели. Первая пойдет Катя. Да, первая проходит. Он всех приглашает нас. Смотрите, что эти сейчас ее улица. Вы увидели свет. Чья Миша. А где же Миша?
Миша, Дима! Миша понравилось, ребят. Миша будет в лабиринтах. Решил стать монахом в первый период. Вот. Это не Миша. Вот он, Миша. И маленький Миша. Счастливые. Группа спешит на автобус. Кросс продолжается. Времени много осталось. И все счастливые. Пазлы? Да, пазлы. Итак, последние минуты Славяногорска. Вот он автобус, народ. Который не хочет уезжать. Да. А в чем причина? Мне понравилось. Чем? Чем? Похудой. Интересно. Интересно. Ну, комната. Да, комната. Да, ночка. Больше понравилось. Дубарь на улице ночью. Да. Тоже весело было. Бревно не вошло. Да, зажал. Кружка. Весело было тоже. А комарок будет? Леша, ну пару слов тебе как? Ой, сегодня такое последний бросок морд делали. Не забываем. Не забываем. Это супер было. Да. Весело. Мы хотим еще сюда. Ой, ты боже. Немножечко. Всем спасибо, все свободно. До свидания, Славяногорск. Да, Остап, счастливо. До чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки. И покинет отчий дом мученик науки. Ну, пожалуйста, теперь вы пару слов. А что, поездка была супер гуд, если б не что-то. Что? Если б не кто-то. Не кто-то. Кто? На S. Типа. Не, не может быть. Может. Да? Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зимы, много лет. Прожили мы вместе, сохранив свет. Будьте же всегда живы и здоровы. Верю, день придет, когда свидимся мы снова всех вас вместе. Итак, по скрипту. Слово преподавателя и о нас. Для нас типа. Так, ну это была наша первая поездка. Вообще поездка из Светогора, самая первая поездка. Студенты очень довольны, насколько я знаю. Видите, все очень хорошо. Все ознакомились с историей заповедника Светогоры. Видите, прекрасно, молодцы. Я очень довольна, рада за наших студентов. Спасибо вам большое за это, Ольга Игоревна. Могу добавить только то, что я даже не ожидала, что будет так хорошо. Студенты поехали достаточно рано, заинтересованы. Но мне кажется, каждый получил то, что хотел. Я, как преподаватель, очень довольна проведением наших студентов. Спасибо большое. Вашего студента.